Губернатор Игорь Рудени ознакомился с ходом строительства детской областной клинической больницы в Твери. На площадке состоялось совещание по вопросам выполнения работ на объекте. Участие в обсуждении приняли руководители региональных министерств, представители компаний, которые участвуют в реализации проекта. В настоящее время в работах по строительству детской областной больницы задействованы от 180 до 250 человек и 14 единиц техники. К стройплощадке подведены сети электроснабжения, водоснабжения и канализация. К концу года планируется пустить тепло в здании и начать отделку. Сейчас в завершающей стадии возведения корпусов клиники. На сегодняшний день мы ведем работы по конструктиву здания, значит, монолитные работы. На сегодняшний день готовность объекта по части КР, это монолитные работы, на 69%. Монолитные работы идут даже с опережением графика. По плану их должны были завершить в октябре. Строители говорят, что закончат все уже в августе. Они говорят, что на этой части больницы, в принципе, даже уже можно монтировать вентилируемый фасад. Но дело только за цветовым решением. Но уже сейчас известно, что фасад будет ярким, нарядным. Больница все-таки детская. При строительстве и оснащении учреждения с учетом решения задач импортозамещения применяются современные отечественные технологии и материалы. Медицинский центр будет оснащен высокотехнологичным российским оборудованием. Мы переходим на российское оборудование, на аналоги зарубежных моделей. Наше оборудование нисколько не уступает по параметрам. Поэтому это тоже задача, которую поставил президент. Это максимально уйти на российскую элементную базу, но без потери качества, без ухудшения профессиональных свойств оборудования. Вопрос его поставки, дизайна фасадов и интерьеров, организации подъезда к клинике обсуждались на совещании, которое прошло в штабе строительства. Был затронут и кадровый вопрос. «Здесь должны работать лучшие детские врачи», – подчеркнул губернатор. Мы хотим здесь сконцентрировать все наши уже опытные кадры и плюс молодежь, которая вместе с опытными работниками детской медицины будут развивать наше тверское здравоохранение. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы это было для детей местом, которое бы они как бы ассоциировали с хорошими врачами. Открытие нового комплекса детской областной больницы позволит создать в городе современный кластер оказания медицинской помощи. Он объединит ведущие учреждения здравоохранения региона – перинатальный центр, ОКБ, диагностический центр Тверского государственного медуниверситета.